Всем привет, меня зовут Алина, и сегодня я вас беру с собой в влог, и мы с вами сегодня поедем в Италию, в Бибионе, и как вы видите, мы уже в пути, потому что как я утром не успела снять начало, потому что я была сонная, и мы потом сразу же выехали пораньше, но, как видите, сейчас у вас будет много приключений со мной встречаться, потому что, можно сказать, мы идем в путешествие, а без приключений никак. Поэтому да, я вас беру с собой, и поэтому поехали! Вот так вот выглядит пробка со стороны. Здесь нас просто навигатор повел, как вывел из этой пробки, но потом в итоге мы опять в эту пробку тоже встали, то что навигатор пытался ее объехать, но не получилось. И вот так вот она выглядит со стороны. Мы еще не успели даже выехать из Германии, то что заехать в Австрию, как мы встали в пробку. Да. Эти пробки, они длились очень долго, что ты там не стоишь, ты так ощущение, что вообще не двигаешься. А вскоре, когда уже начинаете ехать, то это длится тоже очень долго. Поэтому да, и мы стояли так весь день в пробке. Ну, хотя бы был классный вид на горы, и все выходили, делали классные фотки. Наверное, где-то первая пробка была в Германии, когда мы заехали на землю Баварию. Это там, где находится город Мюнхен. А потом
Мы стояли где-то там из-за аварии или что-то такое было в пробке. И также в Австрии, потом, когда заехали, тоже стояли в пробке. И почему я говорю, что мы стояли целый день в пробках? Потому что мы в Италии ехали где-то в 19:00. И мы стояли в пробке и в Австрии, и вот, получается, в Германии, из Мюнхена, как Байерн, Бавария. Короче, я не знаю, какой час мы уже едем, но мы стоим в пробке, мы где-то в Австрии, и мы в горах. И сейчас все выходят из машины, просто гуляют, потому что то ли там авария, то ли еще, и мы стоим теперь в пробке. Круто. И мало того, это не первая пробка, в которой мы уже сейчас стоим. Да, весело. В Италию мы приехали только где-то в 19:00, поэтому я больше ничего не снимала. И это был наш ужин. Всем привет, меня зовут Алина, и сегодня, можно сказать, первый день, как мы находимся в Италии. Вчера мы приехали где-то в 19:00 только в Италию. Мы ехали вчера целый день с 5 утра до 19:00. Получается, ехали где-то 12 часов. Это реально было трудом, потому что мы из одной пробки в другую пробку. Получается, только ты выйдешь из одной пробки, ты уже в другой пробке. Так ощущение, что вчера был какой-то интернациональный день пробок. И как-то да. Ну, теперь мы доехали и находимся в Италии-Бионе в этот раз, не в Лигнано-Бионе. И да, сегодня я вас возьму с собой, куда мы так еще пойдем, покажу вам что-нибудь. И да, потом погнали! Что вас ожидает сейчас в этом видео? Сейчас, как мы едем на машине, вы можете немножко видеть само Бибионе, сам этот город, пару его улиц. И сейчас мы идем в Спар, чтобы, точнее, Ойруспар, чтобы там купить что-нибудь покушать и далее, потому что мы живем не в отеле, а в апартаментах, который мы сняли. Рум-тур будет тоже. И мы поехали в Спар, поэтому я сейчас вам покажу немножко, как вообще выглядит Бибионе с вида из окна машины. И покажу вам, что происходит в Спаре. Там будут также их цены на продукты. Кому интересно, можете посмотреть. И дальше мы будем еще гулять. But if I lay down and I play dead and I stay dead.
never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you. And it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head. I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test. I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby, you'll get sick of being the monster. Out of my head, under my bed, thinking something out of my nightmares. Standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? So if I play dead, will you regret everything that you did, that you said? I don't think you understand what you're doing. And my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you I'm losing. I feel like you think that this amusing. Sitting there gaslighting and confusing. Was it me? Is it me? Am I deluded? I'm the one who's always sorry, the conclusion. Even though I offer all of the solutions. I wish you loved me like I love you, it's stupid. When I'm alone with you, I never feel lucid. I wish I wasn't struck by Cupid. I wish when I first saw you, I knew this. When I'm with you, I feel so... Короче, я взяла себе бабл ти. У него бабл сами идут с манго, а соус физика с персиком. И он очень вкусный, хорошо. Да. Я много пробовала в Германии, но это прям такой прям бомба, потому что это ставлю лайк ему. А тут мы просто шли в какой-то мини-магазин, там где тоже было очень много разных вещей. Как он называется, я, к сожалению, не помню, и, к сожалению, я не засняла его название. Но там был такой вот магазинчик, там тоже продавалось много чего. И там были и макароны, и масла, и вкусняшки разные. Там реальные напитки, там очень много всего, как можете видеть сами сейчас на видео. Ближе к вечеру мы пошли гулять, и больше я ничего не снимала в этот день, поэтому да. На этом мое первое видео из Италии подходит к концу. Я надеюсь, вам оно понравилось, и я могла больше вам показать. Следующие влоги вот тоже скоро выходить, и тоже из Италии. Поэтому да, ставьте ваши самые лучшие пальцы вверх, напишите в комментарии, понравилось вам или нет, были вы в Италии или нет. И да, мы с вами увидимся в следующем ролике. Подписывайтесь на мои социальные сети, Instagram, TikTok, ссылочки в описании, и на мой YouTube-канал, чтобы не пропустить ни одно видео. Ну а я вас всех-всех очень сильно всех-всех люблю, и всем пока-пока!